Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Adminato Space, и сегодня бы хотел рассказать вам о своих мини-фигурках, которых я заказал с магазина minifigures.com.ua. Эти мини-фигурки подделочные, на оригинальные лего-фигурки, но не очень крутые, поэтому я бы хотел о них рассказать. Итак, первая мини-фигурка — это Бип Фортуна, да, тот самый чувак, который говорил «Авана Ванга» и был советником Джабы Хатта. Вот его версия поделочная. Вот как он выглядит. Довольно интересная мини-фигурка. Пропечатка такая имеется с одной стороны, ибо это подделка базируется на раритетной версии. И у него такая довольно интересная голова. На ней имеется определенная деталь, которая имитирует его такие щупальца. Такие кожные покровы. Вот как он выглядит. Далее у нас фигурка по Гарри Поттеру, это у нас Люциус Малфой. Он у нас в своем костюме Пожирателя Смерти, его от оригинала, мне кажется, вообще не отличить. Действительно выглядит как оригинал. Подняв эту штучку, мы можем видеть его торс, тоже хорошо припечатанный. Он действительно выглядит круто, у него даже двойное лицо. Можете видеть, там у него обычное лицо Люциуса. Такое вот. Ну, Люциус реально классный, я давно хотел одного из этих пожирателей. Ну, Люциус там был самый крутой. У него маска как у Корво Атано из Dishonored. Да. Вот. Можно сделать довольно неплохой кастом. Так, далее. Далее у нас Star Wars. Далее у нас клоны. И клоны у нас такие. Не простые, а... Нет, не золотые, а китайские. Первый клон, наверное, самого худшего качества. Это клон Вульфпэк, я все их заказал 104-го батальона командира Вульфи. Точнее, капитана Вульфи, а командира Плакуна. Потому что они довольно дорогие леговские, я хотел себе Вульфпэк, это мой любимый батальон. Я себе некоторых заказал, вот у него лицо такое довольно странное. Шлем у него довольно плохо сделан, пропечатан, но можно это придумать, будто бы он такой уже потертый. Ну и издалека на самом деле выглядит хорошо. Сзади пропечатка. Пропечатка на теле, кстати, хорошая очень. Подвижность тоже, но тут он у одной руки, видите, тут какая-то дырочка какая-то непонятная есть. Ну, а так-то он довольно хороший. Ну, еще руки, ноги отпадывали, я их приклеил. Ну, Китай, что вы хотите. Далее у нас идут 4 абсолютно практически одинаковых вульфпекера второй фазы брони. Причем почти, потому что, видите, здесь у них... Символ с волком такого серого цвета, а здесь он черный. У двоих черный, у двоих серый. Почему, не знаю. Но давайте я вам покажу серым все же, так как он должен быть. На самом деле версия Вульфпэка мне вот такая больше нравится. С первой фазы брони, ибо тут краска другая. Видите, она такая... Нет, это не бирюзовый, я понимаю. Такой светло-серый, скажем так. Смешанный с голубоватым. И у них принтинг покруче, чем у вот этих. Но эти второй фазы брони, мне вторая фаза брони больше нравится, но мне больше нравится фаза брони, которая вот эта вот, с такими шлемами. Многим они не нравятся, но мне они очень нравятся. Вот. И вот как эти два клона выглядят рядом. Я пытался найти обзоры, которые сравнивают эти две китайские мини-фигурки. Ни одного не нашел. Поэтому для вас, ребята, делаю, чтобы вы... Где-то вот у него тут чуть-чуть покорябан. Покорябана спина. Но можно скосить это на топ, будто бы там, я не знаю, дроиды его покорязили. Вот, далее мы его ставим сюда. Он дополняет нашу армию. Ставим сюда нашего такого чувачка. Кстати, у него еще был джетпак. Джетпак теперь у меня на этом турбере. Вот он, джетпак. Ну, как у Боба Фетта 2010-го, только он беленький. И вот как теперь выглядит мой такой... Тут у меня вульфпэк. Потом другие клоны второй фазы брони. А тут другие клоны. Да, у меня их побольше стало, как можете видеть. И вот эти два чувачка, я их просто заказал, ибо они довольно крутые были. Но я планирую с этого сайта еще больше заказать таких. Они хуже качеством, но... Ну, блин, они выглядят как-то посолиднее. Не знаю, почему, но мне визуально больше нравится так или... И да, я, наверное, это видео выйдет не сейчас, когда я его снимаю. Но если оно выйдет сейчас, то... Ребята, неделю не будет видео. Собственно, так как я улетаю за границу отдыхать. Ну и после этого 14 числа я прилечу. Дай бог, все нормально. И после этого я уже начну книги всем рассылать. Покупка книги моей, написанной про Бионикл,
Можно купить у меня ВКонтакте, ссылка есть в описании под тем видео, где я рассказывал про эту книгу. Ну, собственно, можете найти на канале. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за внимание, всем советую заказывать такие фигурки. Не знаю, как насчет вот этого, но, блин, я его все равно еще буду заказывать, ибо, ну, мне такой форма не больше нравится такого принтинга. Но в любом случае, всем спасибо за внимание, всем желаю удачи, и да пребудет с вами сила.